Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мою любимая вами и мной рубрика «Открываю новую косметику». И вот такая вот косметичечка, органайзер у меня собралась того, что я открываю для себя. Что-то уже прямо открыла и пользуюсь, но я вам еще не показывала это видео, где открываю это. Ну и что, давайте будем смотреть, уже не терять время. Так, первое, что нам попадается. Нам попадается вместе с вами два, на первый взгляд, казалось бы, одинаковых по упаковке продукта. И это от компании Mary Kay в оттенке розовом и в оттенке ягодном. Вот такие вот интеллектуальных бальзама для губ. Показывала я вам посылочку от компании Mary Kay, и там я получила такие бальзамы. Давайте посмотрим. Это вот такой вот ягодный. Он интеллектуальный, подстраивается именно к вам, к вашему pH губ. И на каждый смотрится индивидуально. Вот такой вот оттенок. Он, не нужно пугаться, он не такой вот яркий, как кажется. На самом деле он красиво очень смотрится. И вот такой вот розовый оттенок. Я его и с карандашом, и поверх карандаша наносила. Не липкие, но смотрится очень красиво и благородно. Прям классные. Ухаживают за губками. Прям здорово. А далее из декоративной косметики 4 штучки. И это у нас тени. Тени для глаз. Вот в таких вот оттенках. Сейчас давайте все посмотрим. Я уже протестировала. Держится потрясающе. Не собираются, не скатываются. Можно комбинировать их друг с другом. Смотрится очень красиво. Особенно, знаете, сочетание вот светлого с темным. Ну, или просто на веко светлый оттенок. Держится как влитые. Так что вообще классно. Очень классно. Далее, что у меня закончился карандаш для губ в оттенке Medium Nude. Красивый цвет, вот такой вот. Прям полюбила его. И он, так там инструкция, сложно прям достать карандашик. Вот у меня только закончился, бросила в пустые баночки. И такой оттенок заказала себе новый, потому что он прямо у меня, ну, как-то в ходу сейчас. Сейчас вот на лето. Так, дальше. Я люблю рисовать стрелки. И для себя открыла лайнер. Хотя, знаете, мне кажется, все те, которые лайнеры у меня есть, точно такие же от компании Mary Kay, они до сих пор еще рисуют. Но я прям люблю, когда рисуют как по маслу, когда вот прям хороший яркий цвет получается. А вот новый лайнер в черном оттенке. Так как я приехала с моря, и я загорела беж 110, сияющая тональная основа. Хотя я старалась, лицо защищала, оно, лицо все равно загорело и отличается, конечно же, беж 110, даже может быть и светловат, но все равно сейчас буду немножко посветлее, но это темнее все равно всех тех оттенков, которые у меня есть, тональную основу. А следующее, что мне попадается, у меня прям закончился, можно сказать, бальзам для губ Satin Lips. Мне нравятся бальзамы. Это система для губ. Наношу на губы вечером, могу нанести просто на карандаш для губ. Губы ухоженные, красивые, классные. В общем-то, я вот уже его, в принципе, использовала. Но вот вам показываю, что я его открываю новенький для себя. А, так, еще купила вот такие вот карандаши. Stellary 01, Stellary в оттенке 10. И как это называется у нас? Vivienne Сабо в оттенке 204. Карандаши для губ вот такие вот мне тоже нужны для того, чтобы были разные-разные оттеночки.
Следующее. Я открываю карандаш для глаз. Очень мной любимый оттенок. Бирюзовый. Я, по крайней мере, такой цвет не встречала нигде. И он подходит. Вы знаете, вот он такой серо-бирюзовый. Подходит, мне кажется, всем цветам глаз. Смотрится очень красиво. Карим, голубым, не знаю, даже и с зеленым оттенком глаз будет красиво смотреться. Черным глазам. Дальше. Я открыла Беж 1. Это рефил. Вложила вот в такую палеточку. Рефил, это у нас получается, открыла я пудру. А вот она. В оттенке беж. Там зеркало, чтобы вас не осветило. Беж, а это у меня здесь хайлайтер такой раньше был. Вот, лежат вместе. Вот сейчас пользуюсь как раз-таки под тот тон кожи, который у меня сейчас. И так удобно. Так удобно использовать. И хайлайтер рядышком, и пудра рядом. И еще вижу, что из декоративной косметики это у меня Vivien Sabo. Серия Балерина. Соблазнилась, купила. Так, в оттенке 01. Попробовала уже. Вот такой вот цвет красивый. Очень красивый цвет. Интересный аромат. Такой, мне кажется, аромат даже немножко такой с кислинкой. Не свойственный, не знаю, губным помадам. В основном губные помады какие-то сладкие. А здесь такой, в общем-то, аромат. Но цвет очень красиво смотрится этой губной помады. Дальше. Сейчас перейдем уже. Так, новый Beauty Blender от компании Mary Kay. Мне нравится наносить им тональную основу. Открыла. Так, следующее что? Давайте... По уходу за руками от компании Amy в Beauty Box получала, вот там внутри был этот кремчик, вот, и Amy, классная марка, крем для рук и для тела, приятный аромат, мини такой формат, удобно брать с собой, очень классная марка, я, кстати, на ногти хожу. У меня мастер моя работает именно вот с фирмой Amy по наращиванию ногтей. Вот такой вот кремчик. Следующее. Давайте будем смотреть. С Крыма я привезла много косметики. Вы в отдельном видео можете увидеть все мои покупки, которые я сделала в Крыму. Что я сейчас открываю? Фирмы «Лавандовый край», «Роза», «Гидролат». Розы – это для увлажнения лица, можно на волосы, на тело применять этот гидролат. Здесь состав – 100% продукт паровой дистилляции цветов розы. Не содержит консервантов, спирта и отдушек. Поэтому срок годности не сильно большой этих продуктов, 12 месяцев, и поэтому нужно использовать город Крым, город Алушта, Ялтинская, там то-то, то-то. Ну, в общем-то, гидролат розы буду пробовать. Вообще, с маркой «Лавандовый край» знакомлюсь впервые, хотя в Крыму вот уже была третий раз, и там много всего производится. Следующее – это у нас «Душистый мир» от выпадения волос. Гидролат, микс для волос, именно ромашка, шалфей, розмарин. Прикорневая зона. Люблю такие брызгалки, которые не нужно смывать. И вот ее тоже открываю, буду использовать. Волосы, потому что нужно вот после моря восстановить. Поэтому буду использовать фирмы Dr. Oil. Dr. Oil. С Крыма привезла на основе концентрата мыльного ореха шампунь нативный био без сульфата. Нативный шампунь с регулятором, ну, в общем-то, вы видите, при нарушении роста волос, при выпадении, сухости, жирности, бореи. В общем, попробуем вот такой вот шампунь. И к нему, значит, у меня будет использоваться маска, спрей и биотоник. Все это вот здесь получается две у нас такие баночки. Здесь шампунь, а здесь масочка и спрейчик. И кондиционером будет служить, его можно использовать как кондиционер, как маску, смотря сколько держать, бальзам для волос, также от компании «Лавандовый край».
фирмы, не знаю, компании, что это у нас, в общем-то, вот такой вот кондиционер для волос. Дальше, я уже с мускателем знакома, это у нас крымские масла, ароматическое масло. В самую первую поездку я привозила мускатель. Ой, какой это классный аромат. Сейчас вышел мускатель вот в таком вот спрее. Белье, не знаю, волосы, как место парфюма. Очень-очень крутой аромат, мне нравится. Что-то новенькое. 5 миллилитров. В общем-то, вот мускательчик у меня будет в ходу. Дальше. Я уже в Крыму начала пользоваться от доктора Уэлл биозолем, эмульсией антивозрастной для лица. Это у нас такая вот сыворотка для лица с пипеткой. Вот такая вот в стеклянной упаковке. Я ее так взбалтываю. Не знаю, она, мне кажется, не разделяется, но тем не менее. И вот будет у меня. Я люблю разные сыворотки. Считаю, что от них очень большой результат. Буду тестировать. Буду тестировать и, в общем-то, эту марку. Также я там открыла доктора Ойла сыворотку антивозрастную для зоны вокруг глаз. Она жирненькая. Ее нужно совсем маленько. И только по вечерам буду ее применять. Дальше. Приехав с моря, я, конечно же, приехала с небольшой пигментацией. И я открываю серии Novage сыворотку. Я вот из запасиков достала. Сыворотка – это серия от пигментации. Буду пробовать впервые. Как раз-таки смогу оценить результат, потому что оценить ее можно только тогда, когда есть пигментация. Поэтому еще вот такую вот сыворотку буду ей по утрам пользоваться. Ну, в общем-то, сыворотку Novage. А дальше. Так, что это у нас? Не знаю, антивозрастная сыворотка для лица. Еще вот это для глаз, это для лица абсолютно. Видите, как запечатано новое. Я ее, думаю, что отставлю. Вот. Но интересно, да? Интересно. Пока я этими сыворотками буду пользоваться. И открою для себя две маски. Крем-маску для лица «Лавандовый край» «Биороза». И крем-маску для век «Омолаживающий» «Лавандовый край» в стекле. Как бы вам открыть, показать, как они внутри выглядят. То есть они по консистенции, вот как воск, как свеча, вот такие вот плотные. То есть они будут таять, получается, на теле, на лице. Аромат прям аромат, прям розы. Здесь крем-маска для глаз. Она точно такая же, видите, плотная. Такая же плотная. Аромат такой, знаете, какой-то ментола. В общем-то, она больше такая прям интересно пахнет. Что-то знакомый такой прям аромат. И не могу прямо это вспомнить, что же это такое пахнет. Фенхель, наверное, вот. Фенхель так пахнет, действительно. В общем-то, вот такие вот интересные продукты. И, конечно же, я уже хочу наконец-таки попробовать патчи серии Optimal от Oriflame. Протестировать, сделать свое мнение, сложить и уже потом поделиться и с вами, конечно же, о своем мнении. Ну что, на этот раз в основном открыто много декоративной косметики для волос, потому что есть такая необходимость, нужно восстановить как-то волосы, ну и вообще попробовать вот эти новые продукты. Соблазнилась я на эту марку, очень много, в принципе, от этой марки привезла, периодически буду в течение года что-то открывать, что-то пробовать. Попробую, хотя я не сильно люблю вообще бессульфатные шампуни, вот это вот все. Но, знаете, шампунь шампуню рознь, поэтому это нужно все-таки тестировать. В общем, соблазнилась я в этот раз на покупки на такие. Ну, попробую, интересно познакомиться с новыми средствами. Ну и, конечно же, для лица тут у нас есть и декор, да. Ну что, опустела полностью чудо-косметичка вот от компании Oriflame, такая вот хорошенькая моя.
Я довольна этим открытым новым продуктом и, в общем, буду потом вам рассказывать свои отзывы о этих средствах. Если что-то вы пробовали, пользовались, напишите обязательно, как вам ваш отзыв. Я думаю, что это интересно не только мне, но и всем девчонкам, кто читает, и мальчишкам комментарии под этим видео. В этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.